Separarea puterii centrale de cea locală trebuie să aibă loc nu doar prin vorbe, dar și prin fapte. Afirmația aparține președintelui Comisiei Parlamentare pentru Administrația Publică Locală, Eduard Mușuc, și a fost făcută în replică la declarația prim-ministrului Iuri Leancă despre prioritățile guvernului în problema descentralizării. На самом деле, сегодня мы видим, что наоборот происходит процесс централизации. Это видно и по перераспределению ответственности за учебные заведения и в области здравоохранения, и в области изменений в налоговом законодательстве. И даже я вам хочу сказать, что большинство законопроектов, которые приходят от правительства, вообще не проходят консультации с местной публичной властью. Поэтому это заявление, понятно, что недавно было сформировано так называемое старое и новое правительство, поэтому нужно какие-то там обещания давать. Strategia de descentralizare aprobată de majoritatea parlamentară a fost criticată de opoziție. Documentul prevede reducerea administrațiilor din localitățile unde locuiesc mai puțin de 1500 de persoane. Un asemenea pas neapărat va conduce la dispariția satelor. În asemenea condiții, despre ce fel de viteză a dezvoltării economice la sate poate fi vorba și pe care o promite guvernul Leancă. Напрямую не написано это в стратегии слово «уезд», но фактически объединение 3-4 районов в более крупную административную единицу стратегия предусматривает. А простыми словами это возврат к уездам. То есть это однозначно на сегодняшний день негативная вещь, которая содержится в этой стратегии, потому что она вообще никак не сопряжена с ускоренным экономическим развитием. Простая административная реформа не даст ничего, кроме хаоса и бардака, если не будет четкой, понятной, конкретной и реальной программы по экономическому, ускоренному экономическому развитию, в первую очередь сельских населенных пунктов, районных центров. Legea cu privire la descentralizare a fost elaborată încă în anul 2006. Ea prevedea transmiterea unor competențe și capacități enorme a autorităților locale și, în primul rând, acest lucru se referă la mecanismele financiare și juridice. В чем смысл децентрализации? Да? То есть от власти, которая централизована, которая находится в руках правительства и центральной публичной администрации, она должна постепенно передаваться в местным властям в различных формах. Это может быть передача напрямую полномочий, это может быть делегирование полномочий, но очень важно, чтобы все эти полномочия, чтобы вся эта децентрализация осуществлялась в первую очередь и параллельно с передачей конкретных механизмов, да? То есть возможностей, потому что если на местного примара или на местного советника возложат дополнительные какие-то обязательства, а при этом у него не будет возможности для того, чтобы их реализовать, так как тогда этот примар эти проблемы будет решать? Judecându-pe faptul cum guvernul abordează atingerea acestor obiective și implementarea reformei teritorial-administrative, este dificil de a miza pe succes și pe rezultate pozitive, consideră reprezentantul Comisiei Parlamentare. Мы как минимум ждем, чтобы правительство советовалось с местной властью по каждому законопроекту, который ее касается. Потому что мы исправляем кучу ошибок правительства уже на уровне парламента. Хотя с местной властью нужно советоваться на этапе разработки законопроекта, а не тогда, когда он уже в готовом виде поступил в парламент. Cheia succesului a procesului de descentralizare trebuie să devină, în primul rând, colaborarea strânsă între autoritățile centrale și locale și respectarea strictă a procesului legislativ, ceea ce la etapa actuală a reformei nu se prea observă.